садит нам. Триста, скоро уже так и так. Ни хрена себе. Охереть. Ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну с нее. Ну, может быть, вы там хорошо воспитаны, что вас оскорбляет во время беседы с вами. Ну что, погнали? По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Твою мать! Он, сука, любит подъебать. Транша финансовой помощи. Анастасия Юрьева, служба информации. Винам FM 99.6 в Москве. Реклама. Читайте в журнале «Профиль». Удастся ли Кремлю нейтрализовать оппозиционера Алексея Навального? Российские чиновники саботируют антикоррупцию. Money.